пожаловать в Шанхай. Привет! Мы приехали на конкурс пианистов, международный конкурс Шопена. У вас в руках приглашение. Побеждать вас всех приехали. Не нормальный. Сами вы нормальный он, вон справка есть. Смотри, Николай, вот это все ты уже видел. А мир огромен. Он столько всего тебе может дать. Надо только руку протянуть. Ему нужно двигаться, разминаться каждый день. От разогрева тела идет разогрев мозга, понимаете? Вы еще и музыке учились. Буду учиться вместе с ним. Ты очень классно играешь. У нас в стране 80 миллионов пианистов. В Китае быть музыкантом очень почетно. Ты неправильно играешь. Коля, сядь, пожалуйста, на место. Здесь я учитель, а не ты. Так ну погоди, оно тухлое. Товарищ, можно? У вас тоже есть страшное блюдо для нас. Окрошка. Окрошка с квасом? Это шедевр. Для нас это суп с кока-колой. Я не хочу. Что, не хочешь напрягаться? Почему ты мной все время командуешь? Потому что я твой отец. Ты мне не отец. Ты все за меня решаешь. Что мне делать, что не делать, с кем общаться, как играть. Потому что я тебе нужен только для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я уже вырос. Я хочу быть свободным. А ты знаешь, что такое свобода? Ты же знаешь, я все делаю только ради тебя. Мы сами все добьемся. Ты и я.